Всем привет, ребята, с вами Акул, и это реакция на матч «Фаворит» против «Орлана». К сожалению, я записал реакцию на «Клён» против «Сибскана», и у меня не записался звук, поэтому, сори, этой реакции не будет. Ну, в принципе, там матч, посмотрите, не особо такой интересный мне показался. Поэтому сегодня «Фаворит» «Орлан», поехали! Опа, бригада! Когда я учился в школе, все пацаны смотрели этот фильм. И потом после этого воображали, кто Саша Белый, а кто Фил, кто Пчелка. Кто космос, и кто у нас даже были эти, кто-то был Мухой, тот самый легендарный мент, офигенно сыграл свою роль, Панин, просто шикарно, обожаю. Вот в том сериале лучше всех отыграл Панин, Андрей, по-моему, Панин, не тот Панин, который вы последнее время... мемасы ходят про ногу. Нет, другой Панин, который уже умер. Вот. Классный актер, просто охуительно сыграл в том фильме. Ой, в сериале. Все, ладно, я вспомнил этот сериал. Прикольный сериал. Романтизированный бандитизм. Бригада. Друзья мои, всем привет! И добро пожаловать в Кубок FIFA. Это Саня FIFA и Фаворит! Посмотрите на прическу Сани FIFA. Крутим сейчас, чтобы потом было легко. Если ты выходишь, вау! До конца, это же Кубок FIFA, конечно. Надо выложиться на полную, показать ребятам то, что мы с выдрой можем быть чуть-чуть сильнее, нежели мы были чуть ранее. Сегодня играем против Орлана. Орлан силен. Спокойствие, Акул! Вообще у меня очень плохая статистика против украинцев. Вот именно жители Украины. Ёжик Луз в прошлом году, Орлан Луз в прошлом году, в этом году Руха Луз. Закономерность ли? Это не интересно никому сегодня должно быть. Сегодня должна быть победа. Мы сделаем, что можем. Мы верим в вас, в вашу поддержку. Спасибо каждому, кто ставит лайк на вау! Это, как тебе важна поддержка? Неоправданно задизлайкана. Тем не менее, давайте пригласим Орлана и постараемся победить сегодня. Ну, сейчас посмотрим. Ебать, это Спиряков. Пригласим Орлана и очень похож. Да? На Спирякова этот, выдра. У него новая карточка, блядь. Но я верю в себя и верю в этих парней. Также, друзья, напоминаю, что спонсор... Foodcoin.ru, ребят. Лучший сайт по продаже монет. Это Foodcoin.ru, ребята. Ссылочку вы найдете в описании. Закупайтесь. Это лучшая в мире платформа для автоматической продажи монет. Удобно, быстро, безопасно и недорого. Читайте отзывы. Заходите. Foodcoin.ru. Ссылка в описании. Саня, можно еще потише? Саня, еще потише. Потише еще, Саня! Справа и плохо бьет. Во-вторых, Орлан любит быстрые атаки через фланги и простреливать. Эдегор та же самая история, но Эдегор 5 звезд на финтах, возможен обыгрыш. Еще у Орлана есть привычка и любовь к немецким передачам между двумя страйкерами. Он отдает с одного на другого буквально там через полполя. Ты не очень соображаешь, блядь, что делать опять в этих ситуациях, передачи. Но сейчас придется соображать. Итак, уважаемые, 1/8 финала. Фаворит. Вау, какой эпик. Чехия, поехали. Вряд ли Орлан будет играть высоко, а еще я знаю, что скорее всего он будет играть в 5 защитников. Наша же задача никуда не торопиться, нужно сначала построение соблюдать, потому что сейчас у меня игроки неправильно располагаются все. Кадыржабик, например, до сих пор не в центре обороны. Все, поехали. Крала будет закрывать. В принципе, правильное решение. Очень медленный. Подожди, он его не крыл, просто типа... Не очень хорошо. В принципе, правильное решение. Очень, да. Например, до сих пор подожди, не... он его не крыл. Все, поехали. Крала будет закрывать. Это бот его закрывает. В принципе, правильное решение. Очень и все, и открыл крала. Ладно, давайте смотреть за матчем. Я что-то это уже не в ту степь иду. Пусть набирает. Наебаюсь. Холланд. Там и Дегор так бежит, что... Может быть, и не страхует подачу. Ой-ой-ой, а как такую передачу сделать? Вот как такую передачу сделать, чтобы она понизу летела? Ну, то есть... Видите, он не просто поверху поднимает. Ты не страхует подачи, а, типа... ты смотри, низко. Просто бежишь по прямой, просто низко летит. Просто забиваешь, я этого иду горы. 1-0, Орлан. Я не понимаю, как эта игра работает.
Мы, когда пропускаем первый гол, вообще не должны тильтовать. Это, ну, хрень. Давайте деревянные чехи. Против не менее деревянной Норвегии надо что-то делать. Наконец-то, первая передача на Крала пошла. Вообще, за 12 минут ни единого паса на него не было. Так. Это что? Угловой дашь? Блядь, не дышу. Неужели опять прострел, удар, гол? Все, там один раз повезло, больше не дышу. Вот здесь Холланд опасно идет. Левая, 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 левая. Только левая исключительно. Ты смотри! Ну какие рикошеты, а? Я офсайда не был. Не был ни хрена вообще, я угловой на ровном месте привез, лол. На Холланда навешивать будет. Пошла на Холланда, здесь Кадыржабик. Пока Дима вообще не атакует. Инг. Красиво. Фарлан просто ультанул. Охренеть. Че творит этот Фарлан? Больно, если честно. Да господи. Все, вот смотри. Сейчас, да, 2-0. Но, блядь, во-первых, 20-я минута. Во-вторых, у тебя есть, ну, в целом... Во-вторых, тебе пизда, Дима. Карт-бланш. Ладно, все, нормально, собрались. 0-2, отыгрываем счет. Ладно, дочка Лузону дали небольшую мы. Давай, давай, выдра угловой. Нормально, 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 подходик. Пошла. Ну, очень долго. О, бежит. Гол будет. Нет? Ой-ой-ой. Назад. Выдра, давай, давай, выдра! Выдра! Хорошо. Тихо! Пошел! Вот он, выдра. Вот, а вы ты говорите, забил, не фаворит. Вот 2-1. Сразу игра по-другому пошла. Неплохо, очень неплохо. Нас не стоит сбрасывать со счетов. Конечно, так рано. Конечно, не стоит, блять, я говорю, все. Пиздец. Что это такое? Да я знаю, Фарлан фанится, я понял. Ну смотри, два удара за 30 минут. Райзен, я думаю, доволен. Уже есть момент. Давай, 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 давай. Так, Саня Фифа сказал про Райзена. Мастер подкатов на Фарлане сидит. Ну, Фарлан тоже вообще не торопится. А ему некуда лететь. Он выглядывает, да. Я прекрасно понимаю то, что он делает. И это правильная стратегия. Ни разу не осуждаю и только лишь одобряю. Чуть-чуть. Ловушечку прожали. Это мой Цуфал! 37-я. У нас, в принципе, есть на полторы атаки время еще. Если сейчас здесь выдру, еще ускорю. Угу. Ускорили выдру. Центр, пас. Есть, шефчик мой. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Найдем зону. Бля, была. Ну ладно, ничего. Еще будет. Еще будет. Это фол. Как он просто отлетел? Шик, ты че, алло? Вот она сейчас пойдет, смотри. Вот она. Читал, читал, читал ее. Ой-ой-ой. Пиздец. Я не верю в это. Я читал эту передачу, я стартанул нет, раньше. Это вообще у меня неприятно был запас такое еще пропускать. 2 метра приблизительно. Ну, 2-1,5. Пиздец. Это такое неприятно ничего. Пропускать. Блять, такой вообще пиздец неприятно. Насколько раньше мне нужно было на Барилла переключаться, чтобы, ну, типа, успеть закончить. Ладно, еще два реально вполне себя отыграть. Тяжелый тайм, и Фарлан забил все, что мог. Я играю на владении, пытаюсь создавать, как всегда, очень тяжело, но мы можем. Я считаю, мы можем, и если я сейчас до 75-80 забью ему, я обеспечу как минимум горячую концовку в этом матче. Вот так вот неудачное владение бывает. Не торопимся. Ебать, напряжён. Очень долго в одно было, но. Ебать. Но! Охуеть! Но! 3-2! Вот зачем мне этот парень? А вы говорили, ничего не сделай! Посмотри, на каких финтах! Хорош! Хорош! Мы к последнему вагону летим, пытаемся зацепить его. Это киков. Как он потеет. Как он потеет. Тихо, крал. Ой, крал, бля. Крал, хорош, все нормально. Наш мяч. Блять, там такой момент был, я не увидел игрока. Вот она. Выиграть. Чуть-чуть не так пошел пас. Я хотел, ну, чтобы на ход было. Ну, достойную игру показывает Димка-то. Против Фарлана. Утром. Назад. Давай. Давай. Да ладно. Ебать, хорош. Хорош. Бля, я хочу посмотреть на эмоции Фарлана. Давай, давай, играем. И в какие? Пиздец, камбэк. Я не понимаю, куда, блядь. Я никуда не знаю, куда я хочу. У нас единственный рейс, блядь, клёна, нахуй. И всё, ебать, следующую стадию. Отдал сюда? Нет, не отдал, назад вынуждаем играть. Либо поджать, конечно, немножко, но не выходит. Холланд. Ебать! О, Кадыржабик! Хороший! А еще это ворот, лол. Ёпта. Хотел сыграть поаккуратнее, сыграл хуже некуда. Холланд. Ебана мать.
Ой, блядь, иногда лучше выбить. Вот что это за хуйня. Ну это вот называется, я ничего, блядь, не могу сделать. Иногда лучше просто выбить мяч. Так, 70. Бля, ну это бесит, когда вот так отнимает мяч. Бесит. У меня тактика какая? Все так стоят на местах. Постпрессинг, глубина 8. Просто душить нужно и создавать максимально много. Ладно, all in. Все или ничего, 20 игровых минут у нас. Так. Выдра. Могла пройти, но теперь нужно он будет искать длинные передачи. Вот эти вот, в принципе, я, конечно, накрываю, но... Офсайд, ловушка. Нет, не сработало, черт. Ага, вижу. Навес. В принципе, сыграно было как надо. Ой-ой-ой. Да ебать. О, ебать! Хорош! Возможно, блядь, все, если давай. Мы забьем, то этот сейф будет не много значить. Тебя, да. Давай. Так, я не смотрю тайминг, не помню. Хочу узнать, какой будет счет сейчас в итоге. Сделает ли камбэк Димка? Угу. Давай, Дмитрий. Давай! Ой-ой-ой. Пенальти, что? Пенальти, ебать. Да. В угол. Охуеть, что за матч? Ну, слушай, я сделаю так, как делал на турнире уже. Смотрю чисто вправо, бью в центр. Если мне это будет стоить прохода, это чисто моя ошибка. И ни на кого здесь не надо это спихивать. Ну, посмотрим, не забьет, мне кажется. Пиздец. Хорош. Пиздец. Ну это же кибер. Бля. Давай. Опа. Давай. Блядь, да, блядь. Ебать. Затолкай. Пиздец. Хорош. Да, ну я нахуй. Максимально дорожи. Пора обострять. Пиздец. Ебать, мимо нахуй, все. Играй, край еще, блядь. Охуеть. Прочитал я. Все. ГГ. Поздравляем Фарлана с проходом в следующую стадию. Ебать, как он при этом что-то может говорить? Типа, я выжил, да хватит, все, не надо мне забивать, пожалуйста, я уже проиграл. Я сделал все, что мог. Спасибо, Сань, за поддержку тебе на турике. Я немножечко расстроен, что... Нихуя себе немножечко, блядь. Я бы вообще нахуй сгорел, улетел в стратосферу после такой игры. Где-то накосячил. Честно, меня это поражение удовлетворило куда больше, нежели луса панды, луса трухи, где там вообще просто какой-то кромешный ад в геймплее творился. Здесь не было легко, все было очень тяжело на самом деле, но ты точно знаешь, что ты мог перевернуть эту игру, уйти в допы. Фарлан не смотрелся на 5 голов сильнее нас, согласись. Сегодня мы ты были третьим вел, очень блин. Неплохи. А, подожди. Второй игрок в атаке Фарлан третьим вел. Всем зрителям. И нам в том числе доказал еще раз то, что нужен был этот футболист для того, чтобы создавать больше и показывать больше. И если бы Выдра в последний момент сделал этот гол, я считаю то, что было бы очень-очень красиво. Ну и пенальти. Как оказалось, меня перехитрили. Чего, ждем более пиздатую сборную, блядь, в следующем. Мне не дадут. Ну, потому что в прошлом году я от Сексита отлетел. И типа тоже в 1-8 мне снова дали пикать, ну вот, в 9-м. Фарлан, спасибо огромное за матч. Блин, получилось весело, эпично. Я прощаюсь с вами, для меня кубок FIFA сложным, эмоционально. Давай, Дима, паке. Да, это самый необычный турнир, потому что в нем меня выставили не то, что я хотел, а меня выставили антагонистом турнира. Хотя, будем честны, это больше иллюзия, чем правда. Но роль антагониста была интересной. Мне даже чуть-чуть понравилось. Это было, ну, в этом изюминка какая-то была. И я хочу сказать спасибо вот этой прекрасной команде, которая показала себя очень неплохо. Выполнила главную поставленную цель перед ней. Показать себя. Бла-бла-бла. Давайте перейдем к Фарлану. Как же он там горел. Ебать. Ну хотя бы меня здесь. Только хотел сказать, меня здесь. Всем привет, как всегда, Фарлан. Плей-офф Кубка Фиферов уже начинается прямо сейчас. 1-8, и у меня в соперниках Димка. Как мне кажется, один из самых, наверное, неудобных для меня соперников в 1-8 из тех вариантов, которые могли бы у меня быть, это Руха, Белка, Панда. Ну еще, в принципе, мог бы кто-либо быть из статы 4-1, но в любом случае Димка фаворит. Это не подарок для любого соперника, в том числе и для моей команды, для меня в частности. Дима достаточно хорошо, в принципе, провел свою швейцарку, да, там проиграл Пандосу, это вот один из последних матчей, достаточно обидный проигрыш был. Но в целом вполне себе уверенно, то есть, в принципе, если бы не проиграл Пандосу, скорее всего, что 4-1 он бы заканчивал. Поэтому тут вообще, в принципе, расслаблений и недооценок никаких не должно быть. Надеемся,
надеемся, что все получится хорошо, и мы выходим дальше. Но вот пару слов еще скажу о жребии. Опять же, я выпускал отдельный ролик, вы можете посмотреть на канале. Жеребьевка. Короче. Ну как. Давайте смотреть моменты, когда он сравнял. Ой, хорошенький парень. Да. Где? Сравнял. Сравнял. А где молчаночка? На нахуй. Тильт. Третий гол на Айре. Просто третий гол на Айре, ребят. Олан! Ну, сука, ну, блядь, ну я просто не могу, нахуй. Ну почему ты какой долбоёб? Объясни мне, пожалуйста. Почему нельзя сразу ударить, блядь? Так, ой-ой-ой. Ну, понятно, понятно. Вот здесь как отбор произошел? Ну! На, нахуй. Есть, блядь! Есть, сука! Ну, отскочили. Чуть-чуть-то мячик отскочил. Отскочил, да. Ну-ка, пенальти. Да. Пенальти. Бро, нахуй, ну можно же, ну в мяч сыграй, ну сейчас, там же... Сейчас. Бух! Это ебучее серебро, нахуй, ну можно же, ну в мяч да, сыграй, ну там да. Же мяч перед пиздец тобой. Пиздец обидно. Нахуя в ноги лететь, сейчас. Я не понимаю, ну я ж не со спины... Mind games, упал. Mind games! Было коснуться. Ай, бля. Есть, хорош, бля! Сука, Ярштайн, блядь, я тебя боготворю, нахуй, сделаю себе четвертую карточку Ярштайна, в пизду, блядь. Ебать. Здесь можно было пробить, выбей! Мне кажется, да? Выбей! Смотрите. Просто ударь дальний. Выбей! Выбей! Фу, пизду. Пиздец. Ебать! Ебать, баяна, бля. Вот это сейчас Димас мог просто заканчивать очки. Делать 4-4, бля. Я не буду. Ой, бля, пиздец. Все, ГГ. Момент. Это был просто пиздец момент, бля. Жалко Димку даже, потому что, ну реально, просто героическая победа Норвегии. Все герои сегодня. Холан отчасти, это Горушка. Хороший была, матч, блядь. Хороший матч. Ярштайн, который пен... Да. В общем, вот такая реакция была на матч Фарлан, фаворит. Что я могу сказать? Ну пиздец, матч прикольный, неожиданный Фарлан. Выходит, проходит дальше, не буду спойлерить, кто с ним. Потому что меня в прошлый раз писали комменты, нахуй ты спойлеришь, другие матчи, окей, не буду спойлерить. В общем, Фарлан проходит дальше, фаворит вылетает, мы прощаемся с фаворитом. Пока, фаворит. Все. Фарлан в 1/4.